такого коэффициента, вес просто получается равен единице. Ну и действительно, это можно показать таким образом, что мы на самом деле можем элементом нашей группы двумерной вот эту точку куда-то фиксировать. Вот мы ее фиксируем там в точку 0,1, например. После этого мы должны просто проинтегрировать уже без действия группы по точкам, бегающим по прямой. При этом на самом деле эти точки могут слипаться в данном случае. Когда они слипаются, мы просто получаем кратное ребро, и интеграл автоматически равен нулю, и никакой особенности формы не возникает. Вот, то есть они могут слипаться. То есть вот мы берем интеграл по, естественно, сегменту, по определению. x1 меньше там, x2 меньше xm, но этот интеграл равен 1 делить на m факториал от полного интеграла, когда они бегают независимо. То есть нам реально нужно посчитать, а когда они бегают независимо, интеграл уже там по теореме Фубини есть произведение m интегралов. И каждый из этих произведений m интегралов дает 2π, просто потому что вот у нас нижняя вот эта вот дуга, она должна изоморфно как-то, гомеоморфно, там, диффеоморфно отображаться в окружность. То есть она должна давать тот же самый интеграл, что интеграл по вот этой вот внутренней окружности, то есть 2π как бы. То есть мы получаем 2π там, делить на какой-то там факториал. Вот. Да, то есть это означает, то, что я сказал, означает следующее, что у нас вес, то есть у нас просто формула общая, она выглядела так, что у там гамма, то есть у нас был бы вес гамма, там сумма там, по гамма, вес гамма, и тут у нас была формула единица на star v там факториал, и тут было еще единица на 2π в степени 2n плюс m минус 2, вот, количество ребер, плюс вот соответствующий интеграл уже, плюс вот это у гамма. Ну вот, в нашем случае соответствующий интеграл, вот в этом случае, он равен 2π в степени m делить на m факториал. Ну, в общем, тут некая получается путаница, потому что вот это вот тоже m факториал, а я хочу получить 1 m факториал. Ну, в общем, короче говоря, по модулю вот этого вот m факториала вот эти 2π сокращаются, и то, что мы получаем, это в точности вот Хохшильд, Кост, Розенберг и есть. С этими факториалами в следующий раз вам четче скажу, сейчас как-то что-то меня немножко заклинило. То есть первый член, он действительно равен вот нашему отображению Хохшильда, Коста, Розенберга, и это совершенно прекрасно. И дальше нам вот нужно показать, что вот эта вот звездочка выполняется. То есть для любого n вот то, что там написано, тождество. Но мы говорим, что вот левая часть, вот эта звездочка, она некое, значит, произведение, где тут это было написано, вот c гамма по вот c гамма на штрих, на u гамма штрих, где гамма штрих имеет 2n плюс m минус 3 ребра, и реально по всем таким графам. Теперь вот по каждому такому гамма штрих мы хотим доказать, что соответствующий c гамма штрих равна нулю. Для этого мы отождествляем c гамма штрих, то есть мы как бы это теорема, что c гамма штрих отождествляется вот с этим вот интегралом. А этот интеграл равен нулю по формуле, значит, Стокса для многообразия с углами, потому что вот эта форма замкнута. Вот. А дальше вот этот c гамма штрих пишется по граничным стратам уже s1 и s2, и соответствующие граничные страты вместе с факторизацией интегралов в точности соответствуют контрибуциям вот этих вот членов. То есть вот ничего другого нету. Вот. Единственное, что у нас тут получается s1,1 только, когда n1 равно единице, а точек сближаться вот в s1 типе вот здесь может любое количество, больше либо равно 2, в частности 3 и больше. И вот этому, когда их 3 и больше, ничего тут не соответствует. Это была бы как бы морально, если бы вот не было бы этого вэнишинга, это была бы такая L-бесконечная структура на поливекторных полях. Но, на самом деле, я в какой-то момент там этим там занимался, немножко это дело переделал, и у меня действительно получилась там L-бесконечная структура, но таким образом я сумел убрать все петли в этих графах. Ну, в общем, там была какая-то такая деятельность, которая потом оказалась полезна. Ну, в общем, короче говоря, вот если бы не было бы этого вот вэнишинга, то на самом деле у нас была бы некая структура на поливекторных полях с высшими скобками, и тогда бы эти высшие скобки фигурировали бы в L-бесконечности тождестве, в звездочке нашей, и мы как бы должны были уже их отождествить вот с тем, что мы получаем тут. Но у нас их нету, у нас на поливекторных полях чистая структура
алгебры Ли градуированной. Поэтому вот есть вот этот вот венишинг, которым мы займемся в следующий раз. Ну, в общем, на сегодня все. Понятно здесь более-менее вообще? Да? Да? Или вопрос? Понятно? Или как? Окей. Ну, вы можете вот к следующему разу, так у нас есть еще какое-то количество до вот этой серии докладов слушателей, вы можете к следующему разу вот просто в начале, ну, я докажу, значит, вот эту вот лемму из секции 6.6, и вы можете просто вот просто в свободном формате мне начать задавать какие-то вопросы. Подготовить там, придумать, что вот непонятно. Ну, задать себе вопрос и потом задать мне.